снова, друзья, приветствую вас на нашем канале «Вокруг водоемов». Итак, сегодняшняя наша тема будет ловля плотвы осенью. Также, какие использовать снасти, приманки, прикормки. Да, осень пришла, плотва подошла. Ну что, поехали! Итак, друзья, закончилось лето, и вся мирная рыба начинает переключаться с растительной еды на более сытную, богатую белками животную пищу. Вода меж тем становится более прозрачной, да еще активизируется хищник, поэтому плотва осенью более осторожна, чем прошедшим летом. Ловля плотвы в сентябре до похолодания воды практически не отличается от летней рыбалки, те же снасти, прикормки, насадки. Но постепенно активность клюва снижается, и плотвенные стайки все больше облюбовывают места в глубине водоема. На мелководье же сурага выходит чаще всего солнечными днями. Зато продолжительность клева возрастает. Если летом лучше всего клевала плотва на зорьках, то теперь ее можно ловить практически весь световой день. Что касается применения снастей, то ловля плотвы в сентябре ведется различными летними удочками, как и поплавочными, такими как маховой, баллонской, матчевой и штекерной, так и донками, резинкой, донкой-дубинкой, фидером. Ловля плотвы осенью также ведется с прикормкой, но состав ее, особенно ароматизации, сильно меняется. В отличие от летней сладкой фруктовой ароматики, осенью главенствуют пряные животные запахи, такие как чеснок, анис, фанхель, тмин, опарыш, креветка. Что касается состава прикормки, то в нем используются такие ингредиенты: молотые сухари, жмых, молотые семечки, кукурузная и ячневая крупа, жареная молотая овсянка, манка, отруби, сухое молоко. Переходящий на живой корм, плотва все меньше обращает внимание на растительные насадки. Лидерами среди приманок становятся животные компоненты, такие как опарыш, мотыль и червь. Ловля плотвы осенью возможна и на другие наживки, но она весьма редко используется рыболовами, попадая в раздел почти экзотических, такие как личинка ручейника, окуклившийся опарыш, личинка короеда, мясо моллюсков. Замечено, что особенно хорошо клюет плотва на подвижную насадку, поэтому придумали такой способ обработки червя перед забросом. В небольшую баночку кладут дольку чеснока, туда же помещают наживленного на крючок навозного червяка. От соприкосновения с чесноком червь начинает бешено извиваться. Немедленно забрасывайте снасть в воду, пока червь не сдох. Все, друзья, спасибо вам за внимание. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на наш YouTube канал «Вокруг водоемов», и вы найдете очень много для себя интересного и полезного. Все, друзья, ни хвоста вам и ни чешуи.